Один из самых распространенных мифов о ковиде в нашем городе сейчас звучит так. Коронавирусом в Сарове чаще болеют вакцинированные. Однако статистика говорит об обратном. Только 2% заболевших получили вакцину. Оставшиеся же 98% привиты не были. Основная причина заражения вирусом среди этих 2% – несоблюдение противоэпидемиологических мер. Количество антител и клеток наших иммунных, которые защищают нас, оно, конечно, не беспредельно. И всегда есть та заражающая доза, которая превысит этот уровень антител. И если мы не будем соблюдать меры профилактики, то, конечно, будут заболевать и привитые люди. Нужно помнить, что вакцинация не спасает от заболевания на 100%. Но привитые болеют гораздо реже, и у них нет осложнений, пояснила Ирина Игнатьева. На сегодняшний день среди всех привитых саровчан заболел коронавирусом только 1%. Я считаю, что это очень достойная цифра для вакцинации. Очень достойная. Потому что по всему миру считается, что если хотя бы 90% мы достигли, это уже удача. Поэтому я продолжаю к уважаемым нашим жителям города обращаться и говорить, что прививаться надо. Нужно защищать себя, нужно создавать коллективный иммунитет, нужно спасаться от тяжелого течения заболеваний. Городские учреждения готовы к встрече новой четвертой волны коронавируса. В КБ-50 разворачиваются дополнительные койки. Медицина снова возвращается к красным зонам. В Нижегородской области стоит вопрос о переводе отделений под ковидные койки. В период роста заболеваемости крайне важна и сознательность самих граждан. Мы помним о том, что нам нужны средства защиты, прежде всего наших органов дыхания. Мы помним о том, что нам нужно не собираться огромными компаниями в период массового роста. И мы помним о том, что если появились признаки заболевания, то на работу ходить нельзя, собирать большие компании у себя нельзя, нужно лечиться, обследоваться и стараться защищать не только себя, но и своих близких. Записаться на вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19 можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, через портал госуслуги или по телефону колл-центра 95511. Анна Пилипец, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.